Так, короче, у нас тут фейл с баком. Мы взяли какой-то кусок бака. Он у меня валялся в подвале еще от старого хозяина. Здесь какая-то как раз была вроде бы ничегошная крышечка. Мы ее вырезали отсюда, проточили, начали вваривать. И все это дело накрылось медным тазом, потому что слишком тонкое железо. Мы ходили-ходили грустные. Сашка предложил идею. У него где-то в закромах родины лежало перо от ежа. Вот из него мы пробочку и сделаем. Дальше нам нужен специальный штуцер, который будет выходить сверху бака, но будет опускаться на самое дно для того, чтобы брать бензин с самой нижней точки. Мы ничего лучше не придумали, как почикать бак от Хонды, достать из нее тот штуцер, который здесь штатно стоит. Здесь вот есть немножко углубление специально как раз для таких целей. А, скорее всего, он впаян, и мы сейчас это дело подогреем аккуратненько аргончиком и попробуем достать. И варим туда. Чтобы кто-нибудь сверлил дырки. У вас есть уникальная возможность это увидеть. В общем, у нас абсолютно нету вариантов. Мы вынуждены были это сделать, поскольку, говорят, просверленная дырка в картере добавляет мощности двигателю. Но вообще, если кроме шуток, то у нас здесь стоит механический бензонасос, хондовский вот такой вот. Я знаю, что практикуется на некоторых моделях моторов подключать его к вакуумному штуцеру, но дело в том, что это очень редко работает прием. Поэтому нам ничего не оставалось, как взять еще один бак, вот такой вот, мы уже их два угробили, выпаять оттуда штуцер еще один, взять лерку на 7, шаг 1, нарезать на ней резьбу, потом взять метчик на 7, шаг 1, просверлить отверстие 6 мм. Сейчас нарежем там резьбу и попробуем на пасту все это дело сюда завернуть. Потому что у нас других способов заставить насос работать нету. Очень сложно снимать весь процесс, потому что он достаточно трудоемкий, поскольку проще всего было сварить раму. На самом деле теперь самое интересное это вот бак, который сейчас Сашка уже оформил немножко. Он у нас продолжает течь неизбежно, но это не проблема. Позже мы с этим тоже справимся, потому что здесь слишком много шлака образовалось при сваривании. Зато вот у нас вот такая вот теперь от куска ижевского пера есть пробочка. В пробочке есть дюрочка для вентиляции. Короче, все круто. То есть мы на пороге запуска. Так что просьба не отвлекать, уйдите. Я вам потом все расскажу. Так, где-то тут у меня был коммутатор. Может Racing Battle поставить, а, Сашка? Ага, их повезли. Нет, слишком много проводов. Слишком сложно для моих мозгов. Так. Так. Вот. Пошли медленно-медленно коммутаторы. О, нашел. Отлично. На 5 проводов. То, что надо. Один провод — высоковольтная обмотка, индуктивный датчик, минус, глушилка и катушка зажигания. То, что надо. Замок мы уже поставили, так что, грубо говоря, полчаса до запуска. Сейчас будем колхозить всю дребедень, необходимую исключительно для запуска. Все остальное прицепим потом. Фары, фонари, реле, зарядки, аккумулятор, быть может, если у нас на это хватит денег.
Что это я как-то... О, вот так, да, я вот так теперь помещаюсь. Ну, смотрите, в общем.